таком составе музыканты выступают в третий раз, но впервые в России. До этого чарующее сочетание органа, духового инструмента и сопрано слышали только в Баден-Бадене. Обладательница завораживающего оперного сопрано Диана Марина Фишер впервые приехала в Сочи и гордится тем, что будет выступать в Олимпийской столице. Я горжусь тем, что я приехала в Сочи из Баден-Бадена, в новый город-побратим, и буду здесь выступать. Вместе мы стали давать концерты недавно, но знаем друг друга давно. Уве был моим преподавателем по классу фортепиано. Надеюсь, наше совместное выступление сочинцам понравится. А вот органист Уве Зер и трубач Хольгер Бронер Сочи уже навещали. Свое музыкальное творчество они демонстрировали в зале органа и камерной музыки еще в 2008-м. Так что предстоящий концерт в исполнении трио европейских музыкантов для сочинцев и гостей курорта обещает быть интересным. Здесь будет и Телеман, и Иоганн Себастьян Бах, конечно же. Но это будет и Моцарт, это будет и Джулио Качини. То есть музыка разных композиторов и европейских. Наверное, основное преимущество именно в том, что это будет вот удивительное тембровое сочетание, вот новая краска в нашем уже вот 14, за всю историю 14 фестивалей появляется новая краска. Концерт в исполнении музыкантов из Германии состоится в воскресенье 28 июля в зале органа и камерной музыки, а ровно через неделю для сочинцев выступит органист из Италии Маурицио Карацци. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.